сьогодні в нашій віртуальній студії Fashion TV велике свято. До нас завітала акторка, співачка і дизайнер одягу Надія Мейхер. Вітаю, Надю. Здравствуйте. У мене перше питання. Як все-таки співачка так вирішила робити свій одяг? Що вас надихнуло на цю думку? Ну, если честно, то к этому честно и глубоко к этому вопросу подойти, то на самом деле все очень давно началось, вот, еще в детстве, потому что я была окружена людьми, которые шили одежду, вот, например, моей бабушке родная сестра, она обшивала меня, она обшивала маму. Потом моя мама долгое время тоже пользовалась услугами конструктора, портных тоже обшивалась. Я думаю, что нужный момент и в нужное время это просто материализовалось. Вот, потому что я человек, который, в принципе, не ставит вокруг себя каких-то границ и рамок, что касается своего личностного развития, ну, как творческой личности. Поэтому в моей жизни были и танцы, народные танцы, я немножко и балетом занималась, и как исполнительницу меня помнят, и какие-то актерские были, и есть до сих пор, я участвую в разных проектах. Поэтому, честно говоря, это не является чем-то из ряда вон выходящим, это просто продолжение меня, моей внутренней какой-то такой творческой смелости, поэтому нету вот каких-то страхов, зашоренности относительно проявления и материализации тех идей, которые во мне рождаются. У вас є два такі напрямки, та? Перше – це індивідуальний пошив, а друге – це все-таки речі, які можна купити, і де можна купити ваші речі? Тільки в шоурумі на Руставелі чи десь ще можна купити вас? Да, конечно, можно зайти в шоурум на Шота Руставели, 40/10. У меня есть инстаграм-страница Мейхер by Мейхер. Доставка работает, ну, практически по всему миру. В Фейсбуке есть страница. С чем вам больше подобается работать? Все-таки индивидуальный подход, чи диктувати, скажем так, мод? Мне нравится и то, и другое. Мне, в принципе, нравится создавать одежду. Мне, начиная с момента закупки ткани, закупка фурнитуры, подбор под каждую модель, прорабатывать, где какие строчки будут, там, в момент творческого какого-то порыва появляются новые идеи. То есть мне на самом деле без разницы, потому что и то по-своему интересно. От, власне, хочеться поговорити про карантин, про те, як він змінив розпорядок роботи всередині бренду, так, всередині підприємства вашого. І чи довелося вам переходити на якісь інші рамки роботи в зв'язку з карантином? Знаєте, у мене ж производство маленьке, у мене не завод, где действительно нужно какую-то выстраивать определенную схему. Вот, поэтому тут достаточно все было просто. Я знаю, что у вас має бути концерт восени. Трошки розкажіть про підготовку. Я так розумію, на карантині багато часу для підготовки. Карантин как таковой у меня особо не состоялся. Я тоже надеялась, что у меня немножко появится больше времени, но не знаю, не получилось. Вот, но ты совершенно прав. До ноября времени полно, поэтому, когда объявили карантин и было очевидно, что нужно отменять концерты, ты знаешь, я даже не расстроилась, а наоборот, как-то так у меня поднялось настроение, я поняла, что у меня будет больше времени для подготовки, потому что, правда, программа очень сложная. Я сейчас активно, ну и как и, собственно, и раньше
посещаю уроки академического вокала. Вот, репетиции, правда, пока вокальные, ну, нельзя проводить, потому что студии закрыты. Мы уже ряд репетиций провели с музыкантами. Вот, поэтому, собственно, вот и вся подготовка. Розкажіть, будь ласка, про костюми. Хто буде образи для вас придумувати для цього концерту? Концертна програма називається «Feelings». То есть каждая композиция отображает свое какое-то проявление чувств. То есть ведь любовь каждый человек, наверное, по-разному воспринимает, и каждый из нас по-разному эту любовь интерпретирует и как-то ее воспроизводит. Поэтому я старалась вот подобрать такие композиции, где в каждой будет разное, то есть в разных красках проявляться это чувство. Ну и, конечно, костюмы тоже будут разные. Их немного будет, но, наверное, 3 костюма. А вот один в таком, наверное, цыганском стиле, но, опять-таки, не аутентичный, а все-таки с таким налетом цыганщины, скажем так. А вот второй будет более классический, то есть то, что... Ну, какое-то, наверное, вечернее платье. Вот. И третий костюм, он специально только под одну арию. Я его постараюсь сделать очень таким... Ну, какой бы могла, вот как можно было бы себе представить в одежде материнскую любовь. Какую-то такую, не просто материнскую любовь, а какую-то даже ближе к божественной любви. Вот такой вот... Ну, ткань уже есть. Вот, ну, поэтому... Це половина справи. Це правда, да, це дійсно так і є. Розкажіть, будь ласка, це таке Мейхер бай Мейхер. В чому особливість бренду Мейхер? От як Надія Мейхер бачить жінку не так, як інші? Ну, тому що я вкладаю в неї свою душу. Якщо так от сходу відповідати. Ну, взагалі, мій бренд націлен на жінок, таких самодостаточных, скажем так. Но женщин, которые, несмотря на то, что они достаточно реализованы в своей жизни, они хотят оставаться все-таки женщинами. Я бы не хотела превращать вот свой бренд в некую такую эмансипированность, то есть, да, что вот мы на уровне с мужиками. Вот, нет, несмотря на то, что мы в жизни очень себя любим реализовать и амбициозные, все равно, мне кажется, хоть какой-то элемент, он должен подчеркивать нашу женскую природу. Вот, наверное, этим славится мой бренд. Где вы берете силы для новых завершений? Все то, что меня вот вдохновляет, и я чувствую, что в этом есть сложность, что есть к чему стремиться расти, у меня энергия, она потоком идет. Конечно, происходит потом со временем какая-то усталость, ну, потому что много каких-то событий происходит, проектов, когда нужно много сил тратить, и физических, и интеллектуальных, и так далее. Но, тем не менее, вот ты чувствуешь, что ты себя испытал, испробовал свои вообще внутренние возможности и задействовал свои всевозможные ресурсы. Вот от этого меня, блин, штырит как тузика, и энергия просто идет, вливается в меня через трубу какую-то. От ми з вами їдемо на острів, де нікого не буде, на довгий карантин. 3 речі гардеробу, які Надія Мейхер з собою обов'язково візьме. Я би сказала, що я би без борща би точно нікуди не уїхала. Это кроссовки, треники, ну, я не знаю. А вдруг приплывет большой лайнер, и надо будет выйти на показательное выступление? Выступить на корпоративе. Платье пеньюар, которое идет с кружевом, такое длинное платье по щиколотке, ботильончики и джинсовая куртка. Угу. Вот. Ну и треники. И треники обязательно. Кроссовки, треники. Ну, окей. І Надя, ваш прогноз. Який колір буде цього літа в тренді?
Ой, слушай, вот это вообще не ко мне вопрос, я не люблю на эти вопросы отвечать, потому что, во-первых, мне все равно, какой будет цвет в тренде. Главное, что с хорошим настроением, и главное, чтобы этот цвет шел человеку, и ему было комфортно с этим цветом. З Надією Мейхер можна говорити безкінечно, адже це людина, яка постійно розвивається, яка постійно в русі, яка постійно відкриває в собі таланти. Обов'язково будемо чекати Надію в нових кінах наших, і обов'язково будемо в неї на концерті. Ну і, звичайно, бажаю вам якомога більше покупців для бренду Мейхер від Мейхер, спеціально для Fashion TV. UA Fashion TV, the national TV of a fashionable country.